Еще чем нравится Ашпат? Ну вот Садоя, да и, собственно, с Южакова тоже. Видите, на сколах как играет. Если кому-то кто-то захочет срезать ровненько, да отполировать, красивые вещи будут. Ну правильно, отрезать надо. С этими камнями шею сломает. Вот тоже ответная часть поблескивает. А это вот кварчик. Чисто дуйский кварчик. Вот он какой. Вот так вот. В пигматите он идет вниз. И ты за ним тащишься. Работаешь в голубь. И все. Попадают сокровища ваши. Ну, тут пара камешков еще рядышком оказались. Гараж ими подпирал, расколол. Тоже пигматит. О, видите, мелкий, а потом вон каким костром наверх. Те глипты пошли. Опа, вот он. А эта сторона уже, видите, такая вот шершавая. Вот это уже занорыш. Правда, здесь ничего нет. Это кварц, наверное. Обычно кристаллы здесь вырастают. То есть вот это пигматит идет. А это уже вот эта сторона. Это друзовая полость. Является стенкой друзовой полости. Вау. И вот на ней кристаллы бывают берилла. Это тоже вон тут. Вот так вот ихтиоглип кварца идет. Раз, и здесь вот в этом месте родился большой кристалл, который выпирает сюда наружу, в друзовую полость. Но это кусок, где ничего не оказалось. А может быть, вот этот вот сломан. А здесь что? Возьму домой, посмотрю внимательно. Ну, красавец. Смотрите, какой, а. Красава. Вот одна плоскость. Вот еще. Вот плоскость. Кто понимает, наверное, оценит. О, вот видите, как он блестит, этот занорный шпат. О, хорошо. Раз уж здесь оказался, тут есть какие образцы. Это вот новое проявление. С гемом нашли. Несколько образцов хороших. Тяжелые только. Смотрите, какой халцедончик по кварцу. Если отмыть, красава будет. Вау, очки утопил. Вот со стороны солнца, если смотреть, какой пигматитик.
тяжелый. Интересно, что с одной стороны один цвет, а с другой другой. Ближе к кремовому. Вот еще пару камней нашел. Четко видно. Тоже видите, какой пигматит. Закорючки несколько. Иные. Ну, тоже пигматит. Вот адой. А вот это вот. Это, да. Кубзинур. Вот смотрите, видите, пигматит, а здесь шпат пошел. Вот в этом шпате был гранат. Дальше там. Небольшой, правда, миллиметра до трех, но прозрачный, красивый. Было несколько образцов. Благополучно ушли. Один образец. Мелкий. Здесь светленький. А там он где ближе к кварцу, видимо, уже вот такой вот яркий. Ну, вообще, вот это интересно, конечно, если срезать параллельно, отшлифовать. Можно даже не срезать, отшлифовать. Вот биотит в нем. О, с этой-то стороны еще ярче. И вот видите, при некотором сколе он играть начинает. Было такое, когда я ту жилу долбил. Сколишь пигматит, попадет правильно, и вот начинается такая красотуля. Продолжая чистить свои так называемые конюшни, каждый раз что-то находишь интересное. Ну, это кубгема, это ясно. Образец, который был в Щавелевке, выдержан. Это Малышева. Расколол образец он, это Гальканичева, себя не представляла. Смотрю, да, тут зелененькая появилась. Ну, это то же самое, что-то берилообразное Малышева. Так, это вот срез кристалла кварца с хрустальной горки Костоусова. Типичный, видите, он как в молочной рубашке оторочен. Внизу кварц более-менее прозрачный, а с краев он в рубашке молочной находится. Ну, это халцедон. Это халцедон. Главное, из жилы колташей, там, где корунды. Он сам по себе-то почему-то тяжелый. Такой какой-то монолитный. Отличается от других халцедонов. Липовки, например. Это кремень.
Не знаю, кто его откуда приволок. Но не наш. Кварчики. Здесь тоже. Какие интересные. Так называемый икряной камень. Сверху один цвет блестит, снизу другой. Это перелифт. Очень даже неплохой попался. Рисунок изумительный. Красная корочка. Здесь вообще он желтый. И на просвет поблескивает. Очень интересный образец. Это тоже перелифт, но несколько другой. Ух ты, срез какой хороший получился. Скопи Санникова. Вон какие яблоки. Ну, смотрите на сайте перелив шайтанский. Заберу с собой. Ну, это пигматит. Образец интересен тем, что вот с этой стороны пигматит идет, дальше он, видите. Один шпат, и вроде вот это вот уже занорная часть, друзовая полость. Однако здесь что-то было, и вот это хозяйство все росло в щели. Вот, в ограниченном пространстве здесь что-то стояло. И вот такая вот хрень получилась. Ну, это вот пигматит очень характерный. Вот она, черемуха. Вот поперек сечения этих ихтиоглиптов кварца. Видите, вот он. Вот они, письмена нарисовались. Очень показательно. Вдоль, поперек. Ну, этот образец, он вообще изумительный. Изумительный в том смысле, что он четко показывает эти пигматит, а здесь уже начинается друзовая полость. Вот эта стенка друзовой полости. В данном случае мусковит вот такими пачками выглядывает. А это кварц. Вот видите, долежало до своего времени. Возьму домой, отмою и почищу, посмотрю. Может, где-то что-то интересное выглянет. Изумительный образец, конечно.